Пошли, они родные. Да. Это та удочка, которой я думал, а как-то посмотреть. В общем, смотрите, у них есть три теста, мы брали. Это ML-ка до 21 грамма, который я себе взял. Это тот тест, который я потряс у Максима, он до 35-802. И он мне, наверное, еще больше понравился, чем до 21 грамма. Очень круто сделано внешне. Стандартный тест это 76 унцовка до 28 грамм. Я, ребят, не знаю, тут я столкнулся с такой фигней, что я трясу три удочки, я не понимаю, какая из них лучше. Вот просто. Как у них это получилось, в каждой тестовке, в каждой ростовке, вот которую я назвал, они просто шикарные. Эти удочки, знаете, для кого? Во-первых, если кто-то ловит джих, вообще джих на течении. Это злые палки. Это прямо для тех, кто любит злые палки. Это злые палки, для тех, кто любит острова. Да, которые не будут валиться, которые не рыба будет управлять вами, а вы будете управлять рыбой, которые будут звенеть максимально звонко, максимально круто. Но я не знаю, как это еще работает у них. Другими я не бросал, я ML-кой бросал до 21 грамма. Она... При всем том, что она ни хрена не гнется, она делает какие-то поразительные дальние забросы. Я не понимаю, как это, опять же, таки работает. Она гнется, блин, но она... такая быстрая, просто вот чудеса. Если тема возвращается моментально... Это просто, да, да, типа... Она настолько быстрая, да, что кажется, что это глазом, да, это не видно. То есть это та ценовая категория, это вот эту палку я бы занес уже к топовому сегменту. Хотя цена на нее сколько? $200, 200 да? Баксов. 200 баксов спокойно, типа, очень легко, я могу ее приравнять к цене там $500 плюс. Вот так делаются палки, которые стоят 500, 800 тысяч долларов. Самый маленький тест сейчас у Соника 21 грамм. Соники? Да. Если был бы меньше, вообще мы... я бы, наверное, первый побежал бы пешком в Москву. Смотри, и притарабанил. Вообще, так как мы с ребятами, вот с этими, собственно, да... Подружились, созвонились. Мы с ними общаемся, и они с нами общаются, и они спрашивают наше мнение, и, скорее всего, они это делают не из вежливости, а потому что им самим интересно, и может какие-то выводы для себя делать. Мы им свое мнение честно всегда высказываем и говорим, что лучше сделать, как лучше сделать, какие варианты вот, ну, рассмотреть, да, если сделать там тот же самый Sonic. Блин, просто очень сложно сделать правильный лайт. Если бы они сделали офигеть, вот Sonic такой, как надо, но при этом... До 10 грамм, до 12. Да, до 12 грамм. Это было все. Но... Ну, просто если вы поищете у граффит-лидера такую палку, да вы тоже замучитесь искать. Ну, Аспор до 16, она все-таки ML-ка, она, ну, не... Да, ну, это не L-ка. Она не, да, не... Не, помаркируется она, блин, L-ка, насколько я помню. Ну, это... Но она не совсем. Тира, да, но тира это все-таки про другое. Тира... И она по низам больше будет, это, да. Это гнуться, да, да. А вот, ну, что-нибудь такое уверенное, там, вот... Типа Сашиной финки, но только лучше, да еще и за цену 200 баксов. Так их тогда вагонами разбирали бы все. Ну, может быть, когда-нибудь. Покажите. А я уверен и так, вот эти Соники, три, по крайней мере, другие есть они в тестах, в ростах? Или мы все три забрали, которые существуют? Которые в наличии. А, которые были, ну, в наличии. Да. Вот эти палки люди заценят очень сильно. 200 баксов за вот такое качество... Он подарит вам просто эмоции на рыбалке.